Да, друзья, я практически это сделал. Вот чуть-чуть не хватило, чтобы реализовать ачивку в данной FIFA забить с центра поля. Но, как говорится, чуть-чуть не считается. О, новые празднования в игре, наконец-таки, дождались, друзья. Ну что, господа токсики, закупайтесь новыми празднованиями. Посмотрите, как он дэнсит. Кстати, несмотря на то, что я не забил с центра поля, мне удалось сделать еще одну ачивку, которую я хотел в этой части FIFA. Это забить с углового прямым ударом ворота. Проще говоря, сухой лист. Но не сделать это обычным крученым ударом, а с помощью наклбола. И этот удар получился у Пушкаша. Собственно, посмотрите, как это было. Да, вот такая вот красотулечка у меня залетела. Мой соперник был в ауте, даже повтор вместе со мной посмотрел. Но сегодня, друзья, не об этом. С вами я, Бандосов Иксович. Все также напоминаю еще о том, что я лайкаю первые 100 комментариев. И сегодня у нас будет грандиозный покупинг. Часть его уже состоялась сегодня ночью. В общем-то, Викинг-лига была отыграна на 16 побед. У меня были пики. И я такой подумал, да почему бы прямо сейчас их и не вскрыть. Собственно, вскрываю, первым делом мне падает Ван Диджи Кей. Я вам напомню, что именно он является моим любимым центральным защитником в этой части FIFA, поэтому welcome, как говорится, мелочь, а приятно. Все-таки он еще соточку тысяч до сих пор стоит, поэтому Рио Фердинанд ушел на баночку. Дальше, друзья, я вскрываю второй пик, и что вы думаете, мне падает герой World Cup. Я аж из фокуса ушел, настолько шокирующая информация была. И падает не какой-то там бомжара, а действительно карта, за которую я очень сильно хотел поиграть в этой части FIFA. Это Гарри Линекер, легенда прошлой части FIFA, рубрики FIFA с кумирами. Сколько лонгшотов у меня он назабивал, просто не сосчитать. И тут прям судьба сама намекает, чтобы я за него погонял. По факту это мои лучшие награды за Викинг-лигу были. То есть Линекер, Ван Диджи Кей, два топовых чувака за Викинг-лигу, рейтинг 90. Ну, не факт, что Линекер у меня будет бегать в основе, но в любом случае затестируем его. Оливье Жиру есть еще до сих пор у меня в основке гоняет. 25 матчей, 41 гол. Великолепная карта. Ну что, друзья, чемпионат мира подходит к своему логическому завершению. Матч за третье место нас ждет. Марокко, Хорватия и, собственно, финал. Франция против Аргентины. Я даже не знаю, на кого ставить, но хотелось бы увидеть красивую сказку во главе с Лео Месси. А вы свою ставочку, друзья, можете сделать у моих хороших спонсоров из компании Пари. Ссылочка будет в закрепленном комментарии. Не забывайте про отличный бонус фрибет в размере 1000 рублей вас ждет, если вы пройдете верификацию до конца. А если вам нужны монетки, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании. Блин, вот еще в СБЧ подвезли двух японцев, Камада и Танака. Ну, где вы были, пацаны, когда я записывал Викинг-лигу за японцев? Чуваки, может быть, это вторая часть нужна? Так, ну и зайдем в магазинчик. У нас тут 11 наборов. Я не до конца все награды за Викинг-лигу вскрыл. Так, а вот здесь есть волкаут. Бразилия, Эльфа, давай. Когда-нибудь я увижу Неймар. Маркиньош. До сих пор не понимаю, нахера давать ему было бить пенку. Как бы тренер вообще чекал его пенальти. 52. Набор Ultimate. Это обычная карта. Волкаут. Голландец АЗ. Это Ван Диджи Кей. Два дня подряд, друзья, я ловлю Ван Диджи Кея. Фига он добивает. Посмотрите, чеканочка. Блядь. Приятно. Приятно. В любом случае, Ван Диджи Кей до сих пор стоит денег у нас. Еще и тренд упал. Так, с 91 выставляю. Ну и пошел мой любимый контент. Эти прекрасные пики World Cup. 5 игроков, друзья, с рейтингом 83. Давайте даже попробуем интригу себе сделать. 4 дубликата, друзья. Ну, просто кайф. О! Нихуя себе! Вот это, блять, просто как снег на голову, друзья. Охуеть. Друзья, фиксируйте прибыль. 500 тысяч монет за Камовингу. Это просто вау. Не могу поверить своему счастью. Как это работает? Камовинга за 500 тысяч. Ван Диджи Кей, Линекер. Это что, мой лучший покупник получается? Так, во втором таком же паке нам насрали. 84 максимально, но
выебываться не имею права. Я его даже тестить не стал, я выбрал просто самый, как мне кажется, логичный исход. Я его сразу слил за 500 тысяч монет. Ну и, друзья, у нас также тут есть пак за 200 тысяч монет, набор основ феноменов FIFA World Cup. Смотрим, вероятность того, что нам повезет, она ничтожно мала. Интрижку, так скажем, сохраним и понадеемся, что нам упадет что-то хорошее. 200 тысяч монет, друзья, 200, мать его, тысяч монет. 14 дубликатов фиксируем, как говорится, красота. О, какая-то карта пиздатая, друзья. Так, смотрим статы. Физуха 60... Что? Это жетон, блять. Но помимо жетона, друзья, тут есть еще одна карта. Блять, просто чекайте. У жетона такая же физуха, как у следующего чувака. А вот это уже особая карточка, между прочим. 50 защита, 92 дриблинг. Слушайте, а вот это может быть что-то хорошее. Передача 82. О, здрасте. Кубо. Который как бы намекает. Пандос, запиши вторую часть с японцами. Так, ну что, друзья, настал второй день контента. Яшники добавили пики 78+. И очередную сборочку на героя. К сожалению, не кумира. Но в любом случае мы сегодня вскроем. Собрал я 21 пик. Попытаем здесь удачу. У нас все так же доступна команда феноменов чемпионата мира. О! Это что? Почему у меня Ван Дейк падает уже третий раз за два дня? То его вообще не видно было. Тут Ван Дейк опять вылазит, я не понимаю. Среди вас, друзья, наверняка есть юмористы, которые смогут придумать шутеечку касаемо того, почему мне так часто Ван Дейк стал падать. Так, ну чё, пики закончились, друзья. Рейтинга особо не налутали. Так, ну что, друзья, вот такой вот склад улетучивается у нас на сборку кумира. Сколс, спасибо, 0 матча отыграно. Так, собственно, в клубе у меня есть 3 карточки World Cup. По традиции постараемся создать себе интрижку. Окей, давайте смотреть. Физуха 80, дриблинг 88. Кстати, не самый плохой дриблинг. Передачи 84, удары 85, скорость 90. Ну, с виду, как будто бы это не самая всратая карточка. Может быть, QL... Его можно использовать? Я играл этой карточкой MLP в свое время, но при этом не могу сказать, что это самое шикарное, что могло упасть. Ну и плюс, как бы, не забывайте, какой сейчас у меня склад. А если забыли, то я вам напомню, что тут он никак не затусится. Так, ну, собственно, на сегодня я заканчиваю данный видеоролик. Наверное, уже не буду тестировать Линникера конкретно в этом видосе. Чуть не херово, немножко отраванулся. Ну и плюс, под этого гения хочется отдельный видос сделать. Не знаю, насколько это вам будет интересно, но если вы понаставите много лукасов и напишите об этом в комментариях, то буду знать, что вам интересен тест Гарри Линникер. Опять же, без контекста того, что он меня тащил в рубрике FIFA с кумирами, наверное, это не самая интересная карточка. Но вы все прекрасно помните, как он ебошил. Поэтому мне лично будет очень интересно посмотреть, что он из себя представляет. В общем-то, друзья, такой вот видосик получился. Если вам понравилось, оставляйте лукасы. Классный комментарий. С вами был я, Пандус FX. Всем хорошего настроения. Чао, какао.